Тамплиеры вернули свой архив на Кипре. Аббас не прислал подкрепления. Все погибли. О, Боже! Мария, когда мы покинули Мысеа в 10 лет назад, орден был силен. Но все пошло прахом. Аббас ответит за это. Перед кем? Теперь только он командует ассасинами. Не разжигай в себе жажду мести, Альтаир. Скажи правду, и тебя услышат. Он казнил нашего младшего сына. Он заслужил смерть. Возможно. Но вернув себе власть в ордене неправедным путем, ты уподобишься ему. Ты права. 30 лет назад я уже дал страсти взять верх над разумом. И жалею об этом до сих пор. Говори здраво, и разумные люди услышат тебя. Только не Аббас. Мне следовало выгнать его еще 30 лет назад, после истории с яблоком. Но ты заслужил уважение других ассасинов, позволив ему остаться. Откуда ты знаешь? Тебя там не было. Мой муж прекрасный рассказчик. Оглядись. Это бледная тень былого Масиафа. Мы давно уже не были здесь. Мы не прятались. Монгольская угроза требовала вмешательства, и мы приняли вызов. Кто здесь скажет то же самое о себе? Где наш старший сын? Дарим знает, что его брат мертв. Я послал ему весточку на днях. Возможно, он уже получил ее. Аббас, мне жаль его. Он так упивается своей обидой. Его рана глубока. Ему надо узнать истину. Это место словно пропитано страхом. Здесь больше нет счастья. Аббас уничтожил это место. Лишил его радости. Возможно, нас ждет смерть, Мария. Пусть. Мы умрем вместе. Пусть говорят! Мы хотим знать правду о смерти сына. За что погиб Сеф? Тебе нужна правда? Или повод для мести? Если правда даст повод, я воспользуюсь им. Отдай яблоко, Альтаир, и я расскажу тебе, за что казнен твой сын. А, ну вот и правда. Аббас хочет владеть яблоком сам, чтобы поработить вас, а не просветить. Ты владел артефактом 30 лет, Альтаир, давая силу и открывая тайны. Оно развращало тебя. Хорошо, Аббас. Возьми. Что? Перед казнью твоего сына я сказал ему, что это твой приказ. Он умер, думая, что ты предал его. Альтаир! Альтаир! Нет! Сила, Альтаир. Мария. Он одержим! Убить его! Заберите яблоко! Ну! Остановите этого человека! Бог оставил тебя, ассасин! Я с тобой, брат, не уйти! Ah!
Отец, я получил твое письмо. Что случилось? Дарим, сзади. Они что, свихнулись? Пора идти. Яблоко не должно попасть в руки Аббаса. Если тебе нужны ножи, бери. Сверху! А где мама? Умерла, Дарим. Мне жаль. Они впереди! Что? Как? Потом. Сначала бой. Иди за мной. А где мама? Они умерла, Дарин. Мне жаль. Что? Как? Потом. Сначала бой. Братья, не бейтесь с нами! Оставь это, Дарим. Их головы забиты ложью. Нужно уходить отсюда! Скорее! Смотри! Нет! Они не должны нас схватить! Это Аббас убил моего брата? Он убил твоего брата, Малика и сотни других. Он безумец. Безумец с армией. Он умрет. Он за все заплатит. За мной. Смотри по сторонам, просто беги. Дерьмо. Идите, помощь, убийца! Отпустите меня! Не причем! Быстро! Его нужно! Надо уходить! Спасайте, кто может! Помощь! Он убийца! Бегите! Гляди в оба! Какого черта? Пора отсюда уходить. Вон он! Пора уходить! Это Аббас убил моего брата. Яблоко будет моим, Альтаир! И твоя голова! За то, что ты опозорил мою семью! Ты не сможешь скрыться! Нет нас! Нет своей лжи! Мария. Любовь моя.
Предательство и гнев отняли у Альтаира самых близких ему людей. Но он нашел в себе силы выдержать это. Я никогда не чувствовал такой боли, потому что мое сердце никогда так не любило.